смотрите, поймался даже снегирь. Нашел вот такую старую клетку на чердаке. Ей, наверное, лет 20. Папки еще рабочие. Семечек насыплю. Я так испытывал. Ссылку в описании оставлю. Такая вот. Кому интересно, посмотрите, как она себя проявила на воле. Смотрите, птичка попалась. Грязная вся. Старая рабочая система. Работает как надо. Смотрите, поймался даже снегирь. Не знаю, что ему понравилось. Воронетка выпалась. Хотя они все большие для него. Такой самец. Я думаю, на этом хватит эксперимента.